Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы продолжаем тему новогодних подарков. Будем вязать тапочки овечки. Основу вяжите по видео, которое будет вот здесь вот в подсказке, в описании, в аннотации, в конце видео, везде постараюсь его вложить, чтобы вы нашли. Снова следочка на ваш размер. Вот такую вот основу вы свяжете на нужный вам размер. Будет это детское, будет это мужское или взрослое, женское. Далее я вам показываю. У меня вот такие вот нитки, 200 грамм у меня ушло, но у меня большой мужской размер, поэтому вам, возможно, будет нужно меньше. Видите, какая бахрома у меня получается? Она получается за счет вот этих вот ниток. Вот такие вот я вам покажу. Вы, конечно, не купите. Это я покупала в Чехии, девчонки, 100 грамм, 100, 125 метров полиэстер. И вот они из трех таких вот ниточек скручены. Очень сильно они скручены. Вот это выбирайте, чтобы ниточки были максимальная скрутка. Тогда оно вот так вот, вот заворачивается. Когда мы связали следок, основу, начинаем обвязку нашу. Обвязку начинаем вот с изнаночной стороны. Сначала столбик без накида по кругу. Один ряд. Продолжаем вот так вот по кругу, один ряд вяжем столбиком. Довязала я до конца ряда, делаю соединительный столбик, одну воздушную петлю подъема. Сейчас перехожу на тоньше крючок. Здесь смотрите, как кому удобно, девчонки, приспосабливайтесь. Мне удобнее вязать тонким крючком, потому что я могу затянуть хорошо. Как бы нить. Держим вот так вот нить на пальчике. Для того, чтобы были вот такие длинная бахрома, крючок вводим в петлю. Захватываю нить вот так вот. Видите? Провязала, вытащила ее. Снимаю. Теперь провязываю, как обычно, петлю. Тугенько. Для этого нужен вот этот тоньше крючок. И так далее. Снова захватываю, протягиваю, снимаю, провязываю. Вот у нас получается вот такая висящая бахрома. Видите? Таким вот образом я вяжу три круговых ряда. Стараемся тугенько затянуть эту петлю. Вот. Вот так вот три раза по кругу я вяжу для того, чтобы получилась вот такая вот бахрома. Где-то они будут длиннее, где-то короче. Но нам это не страшно. Наоборот, оно потом смотрится красивее. Связала я три ряда бахромы. Теперь последний ряд. Последний ряд у нас столбик без накида. Тугенько, девчонки. Вот прям затягиваем, утягиваем эти эту бахрому. Вот. Так, чтобы закрепить этот краешек. И по кругу столбик обвязываем. Вот так вот у нас будет выглядеть потом в итоге. Будем доделывать нашу овечку. Сначала ушки. Нет, вернее, сначала мы будем вышивать лицо. Я взяла вот такой вот фломастер желтый, чтобы можно было этой вышивкой перекрыть. И немного вот так вот просто себе рисую такие как бы контуры. Вот и глазки. Просто такие, раз, два, вот. И черной нитью я просто эти контуры перекрою. Так. Обычная вышивка.
Так, вот так вот, смотрите. Глазик второй я сделаю точно так же. Пока я протяну, чтобы вас не задерживать, сделаю с изнанки узелок. И сделаю второй, теперь ушко, девочки. Так, делаем петелечку и вывязываем 3 воздушные петли. 3 воздушные петли, делаем накид. И из первой петли вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваемся, накид. Вывязываем петлю из вот этой первой цепочки в обычном. 3, из четвертой вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. И последняя кромочная. Так, 2 петли, 2 столбика подъема. Снова делаем накид, вывязываем из вот этой петли. 1, из первой прям. 2, 3. 4, 5, 6 и 7 кромочная. Все, больше мы не добавляем. Делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем еще один ряд без добавлений. Осталось нам пришить ушки. И наша овечка грустная готова. Вот эту ниточку я просто продеваю. Вторые оба ушка у меня готовы. Берем тапочек. Отворачиваем вот первый как бы ряд наших вытянутых петель. Вот он. Где-то располагаем ушко примерно над глазиком. Вот так вот. И пришиваем. И берем обычной иглой, пришиваем, чтобы вот эти кудряшки верхние нам прикрыли это ушко. Пришиваем иглой. Вот, мои хорошие, вот такие вот овечки у меня получились. Вяжите, радуйте своих близких. А я хочу порадовать своих подписчиков и разыграть 2 мотка вот такой вот пряжи, точно такой же, из которой у меня связаны эти мои овечки. Я их вот так вот сложу, чтобы вам было видно. Условия конкурса самые простые. Оставить под вот этим видео лайк и комментарий. Где-то 29 или 30 декабря я разыграю эти 2 мотка ниток и пошлю победительнице или победителю в любую страну, девчонки. Не смотрите, где вы живете. Вы знаете, что я живу в Чехии. То есть мне абсолютно все равно, куда посылать эти нитки. Так что участвуют все, абсолютно все комментарии, все лайки. Пишем комментарий, ставим лайк и выигрываем 2 мотка ниточек на вот такие вот тапочки. Вот. На этом все, девчоночки. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока-пока.